Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с исполняющим обязанности руководителя генконсульства Ирана в Казани господином Альбиманом Экбали Зарчем. В ходе беседы обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Чувашия и Иран – давние партнеры. Товарооборот между двумя республиками после прошлогоднего спада вновь растет. За 2 месяца он составил 400 тысяч долларов. Импорт – кондитерские изделия и продукция химического производства. Экспорт – пищевые продукты. Но возможностей для сотрудничества больше. Иранский город, название которого очень похоже на Чебоксары, может стать новым экономическим партнером республики. Такое решение приняли в ходе встречи. Делегацию с Ближнего Востока ждут уже в августе. Можно стать делегации включить предпринимателей, бизнесменов, с учетом того, что сейчас смотрите предприятия, в чем они будут заинтересованы, дополнительно возможность будет на разных площадках провести рабочие круглые столы, посетить производство, предприятия, соответственно, и наладить уже дальнейшее взаимодействие на взаимовыгодной основе. Чтобы наши предприниматели, молодые люди общались, ездили по разным вопросам друг к другу и перенимали самые лучшие практики для дальнейшего развития. Кроме этого, обсуждались и другие направления взаимодействия. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.